Смотри. Уничтожить тут... переключатель. Раз, два. Тут будет три цели. А тут таких штук, как задержать дыхание, нету? У снайпера есть только. А есть? Сверху пулеметчик. Минус. Я уже убрал. Я опять сдох. Так, и меня убили. Но я успел двоих с собой забрать, по-моему. Так, пойду-ка я к ним. Жалко, сюда. Что не пишется. Жалко, нету родного АК. У какого-то класса, может, есть почему. Вот, рядом с патронами тут заныкался, нормально. А тут проход наверх есть. Угу. Так, двигаем, потихо. Блять, как она так убила меня? А у нее, может, стол тупо круче. Возможно, да. Не плавающий затвор там, а автомат. Так, надо куда-нибудь залезть. Аккуратно. Я же снайпер, а не говно собачье. А, чиню этот самый, ворота закрываю. В смысле? Ай! Он так в чувство приводит, прикольно. Махает так. Да ёб твою мать. Так, как-то тут можно было в окно, я помню, залетать. Залетать? Во. О, а какой этот ачивка у снайпера, ну, обилка у снайпера ачивка? А, у обычного, скорее всего, этот самый. Помечает цели. А. Ладно. Заминировал цель. Меня убили. Двое бегут. Вижу. Да я заколебался, я не вижу эти гребаные мины. Ух, ни хрена на меня через щелочку сняла, тварь. И уходим сразу отсюда. Thanks, dog. А аптечку кинешь? Спасибо. Минирую. Нет, не тут, вот тут. Вас откуда тут столько, эй? Альшадат, прикрой бомбу, если сможешь. Сейчас попробую. Один лежит. Второй. Второй. Есть. Не лежит. А это свой. Еще минус, говно. Рядом с тобой один есть. Я не знаю. Медик, давай назад отходи. Лечи, лечи меня. Лечи меня полностью. Да. Че, куда бежим-то? А вот следующая точка бежу. Маяку появилась. А тут даже не обой... А, так тут всего один вход к ним. Два. Второй сейчас можно открыть, если удержите бомбу. Сбоку, пулеметчик зашел сбоку. Сзади, в смысле, сзади сбоку. Так, сзади или сбоку? Сзади сбоку. Сейчас попробую к пулемету подойти. Давай, я вижу, как ты бежишь. Ай, да птиц! Чуть-чуть промазал, да, бывает. Так, я вроде как. Установите заряд и защищать. Что это? Давайте, проходим. Я бегу. Я срез-то только подтянулся. Джонни! Блять, нас сзади там атакуют еще. Охренеть, он меня распластал, снайпер! Нету никого. А вот вижу. Шибко не заходи вперед. Так это. Работаю по пулеметчику, и меня нас сзади обошли, убили. Сзади? Да. Снайпер под сзади пришел и положился. Вижу, да. И убежал. Вот это я. А то взорвался не очень, да, короче. Да, вообще не в тему. Ай-яй, дяденька, тетенька, не надо. Ой-ой-ой, поезд поехал. Ага. Где машина? Вижу машину. Так, не тут. По нам работает снайпер. Отработал, по нам замечательно. Заколебали эти снайпера, если честно. Не снайпера, а кемпедристы.
Мы тут обошли их. Ну а я лежу и корчусь от боли. И меня сзади грохнули. Ладно, надо брать пулеметчика, короче, и двигать. Снайпер. Кинул не мое. Воздушный удар. Нормально убил всех? Двоих. Побежали. Как бы их обойти так аккуратно. Давай, где все? Я где-то тут бегаю. Раскручиваю стволы. Отлично, чиним. Ух, ни хрена, что у него есть. У него подствольный нахрен. Это у тебя? Нет. Это у той, которая может себя подрывать после смерти. Блин, а где написано, за кем я слежу, что-то я не вижу. Ладно. Ах, котлы. Да, именно так. Гаси это говно, Джонни. Не стесняйся вообще. Сейчас. О, кинул. Нормально. Хорошо зашло. Что за говно неумираемое вообще? Отлично. Доставить Эми заряды. Подобрали Эми заряд. Че у нас? 3 минуты еще, 3.5 минуты. Я на точке стою. Да тут противники кидают по нам бомбоудары. Ух, нихера их там. Есть. Ништяк. С миномета. Не миномет. Как он? Короче, 24-миллиметровыми снарядами говно, которое стреляет. Гранатомет? Гранатомет, вот слово, правильно. Разминировали. Минус, Джонни. Ты как меня убил? Ты меня не видел даже. Видел, я на эскалаторе присел тут. Эх, ты какой хитрый. Я знаю, что ты еще тот хитрюга, блин. Тебе нельзя верить. Ух. Ну, правильный снайпер. Противоположной команды. Где бомба? Вот она. Ай-яй-яй, меня сзади, блин. Ой. Опять золотой карточек. Ну, у меня, может, кто-нибудь поднимет, но, пожалуйста. Я не хочу опять бежать. Ну, хоть разминировал. Вот как так, ты, тварь, я тебе в голову-то не единожды попал, жеш. Знаешь, будь более мобильным, пытайся стрейфить. Прыгать. О, правильно, сразу это описание. Это сложно объяснить. Просто движение влево и вправо, при этом еще и стрелять. Но понял? Тут, вот. Тут это проще, да. Кстати, чем меньше у тебя персонаж, тем быстрее он двигается. Ну, блин, это логично. Я уже заметил. Ой-ой-ой. Там работают по нам. Серьезно. Прикинь, интересно. Ебать, я сам себе под ноги гранату, по-моему, кинул. Зачем? Нет, нормально. 20. Держим. Нет, не держите. Никто не держит. Ух, сзади меня сейчас прям в упор из ПП прилетело. Блин, а я врываться прям начал уже. Ну да, 6 секунд мы просираем. Есть. Только не поставьте, только не поставьте. Даже появляться не буду. Не успели еще. And shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Seal your doom tonight.